и жили они долго и счастливо. Как жаль, что сказка чаще всего так и остается сказкой, а реальность выглядит совершенно по-иному. Супруги конфликтуют друг с другом, дети вбирают негативный опыт и выходят во взрослую жизнь совершенно неспособными к конструктивным, гармоничным отношениям с противоположным полом. Здравствуйте! В эфире программа «Детский мир». Меня зовут Юлия Молостова, и тема нашей сегодняшней передачи – «Секреты семейного счастья». Как не ошибиться с выбором партнера? Что является губительным для брака? И в каких случаях не обойтись без помощи психолога? В нашем обществе как-то так сложилось, что за внутреннее равновесие семьи, за баланс душевный отвечает женщина. А между тем мужчина такой же участник семейных отношений. И ему в трудную минуту, так же как и женщине, необходима поддержка. Вот об этом мы сейчас и поговорим. Сегодня в Оренбургской области немало детей, которых по тем или иным причинам воспитывают отцы. Только в Оренбурге более 170 мужчин имеют статус одинокого родителя. После гибели жены у меня мама умерла через 3 недели. Поэтому было очень тяжело. Ну и помогала теща. Мы с ней пополам так и растем. Помимо родственников, одиноким папам и не только им, теперь есть кому обратиться. В Оренбурге все активнее набирает обороты региональная общественная организация «Отцы и дети». Мы даем защиту и поддержку отцам, отцам-одиночкам, многодетным отцам, отцам, которые имеют и воспитывают детей-инвалидов, православные у нас очень много отцов, отцы у нас усыновители. Интересуюсь у Марины, почему в центре внимания оказались папы, потому что нужны детям не меньше мам. Не так давно мы со своим мужем занимались действительно благотворительной акцией. Мы развозили детские дома, разные подарки. Дети маленькие, которые еще научились только говорить и только ходить, они бежали к моему мужу, облепали его и говорили: «Папа, папа, это мой папа». Цель организации «Отцы и дети» – сблизить пап и ребятишек. Для этого активисты фонда проводят различные мероприятия. Это и круглые столы, на которых поднимаются проблемы отцов, и спортивные праздники в летних лагерях, в них участвуют папы и дети, и встречи поколений на 9 мая, праздник трудовых династий от прадеда до правнука, День отца. В самом центре, который расположен по адресу улицы Планерная, 10, папы могут получить практическую помощь, например, подготовить детей к школе. Для этого создан курс «Будущий первоклассник». В числе прочих он включает занятия по математике, окружающему миру и даже английскому языку. При организации «Отцы и дети» есть логопедический центр «Лунтик». Сделали трубочку, губки вперед. Молодец! А теперь сделаем упражнение «Лошадка». Как у нас лошадка язычком скачет? Молодец. У нас разные детки приходят, и с дизартрии, и с алалии. И, может быть, просто у некоторых какие-то звуки шипящие, свистящие нужно подправить. Звук «р» часто встречается у нас. Мы это все исправляем. Развитие речи ребенка тесно связано с развитием мелкой моторики. Чем более точными будут движения пальчиков, тем легче ребенку освоить речь. Поэтому в центре так много развивающих игрушек. Отношения в паре состоятся, когда мужчина принимает женщину такой, какая она есть. И когда женщина принимает мужчину такой, какой он есть. И вместе со всем тем, что у нее есть, и с ее семьей. И также женщина принимает своего мужчину со всей его семьей. И тогда отношения состоятся. Марина Васильева – специалист в разрешении личностных и семейных конфликтов. В свое время она училась у знаменитого немецкого психотерапевта Берта Хеллингера, известного благодаря эффективному терапевтическому методу под названием «семейные расстановки». Отец троих детей Игорь Демиденко открыто говорит о том, что у представителей сильного пола тоже бывают минуты слабости. В один из таких моментов Игорь обратился за помощью в региональную общественную организацию «Отцы и дети». Говорит, разобрался в себе, и жизнь изменилась. Когда я в свое время занимался бизнесом, был молодой и довольно-таки успешно занимался, я считал, что я самый умный. С возрастом, видать, пришло понимание, что все-таки я абсолютно ничего не знаю в жизни, а особенно в воспитании детей. Ну, старший, ну, вроде бизнес, деньги, друзья, ну,
старший рос как сорняк. Вроде бы он все время в руках был, а общего языка нет. И вот сейчас он уже, у него своя семья. Мы вот встречаемся, ну вроде только вот начинаем то, что вот он семейный и я семейный. Как-то вот вроде бы. Или, может быть, уже понимание пришло, как с ребенком надо разговаривать. Вот. Средний уже проще. Средний был осознанный. Мой ребенок. И вот когда родилась дочка, и вроде средний сыночек отдалился к маме, а дочечка все со мной. И вот она спать, я ее укладываю там в куклы, мы с ней играем. В 2013 году будет 25 лет со дня свадьбы Игоря и Натальи. Он рад, что однажды выбрал именно эту женщину, и что она подарила ему счастье быть отцом. «Отцы и дети» – региональная общественная организация, объединяющая и поддерживающая мужчин, развивается, растет. И уже совсем скоро у нее откроются филиалы по области. Более подробную информацию о деятельности организации вы можете найти в интернете на сайте отцы-и-дети56.рф. Ну а мы продолжаем программу и напомню, говорим мы сегодня о секретах семейного счастья. А в чем они заключаются, нам поможет разобраться психолог Марина Васильева. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, программа «Детский мир» адресована у нас в первую очередь родителям. А вот с чего начинается успешное родительство? Ну, наверное, с гармоничных отношений между супругами. А чтобы они были гармоничными, нужно, чтобы супруги были друг другу под стать. Марин, правильно я говорю? И вот в связи с этим мой первый вопрос. Скажите, как не ошибиться при выборе партнера? И на что обратить внимание, когда люди только-только начинают встречаться? Как ваш партнер общается со своими родителями? Как дочь видит свою мать, какие там отношения с отцом? Как сын относится к матери и к отцу? Когда сын не уважает отца, тогда он не несет энергию мужчины. И тогда он не может быть настоящим мужчиной в своей семье. Мы с вами сказали, что очень важно смотреть на семью, какие там отношения складываются. Еще на что следует обратить внимание, выбирая партнера? Очень важно первое чувство при встрече. Оно является истинным. Когда люди приходят ко мне, пара приходит и говорит, вот, все, мы решили расстаться и так далее, или у нас конфликт, помогите. Я часто задаю вопрос, к примеру, партнерша, что вы чувствовали, когда самый первый раз его увидели? Ну, она может сказать, какую-то надежность, какую-то защиту, да, там или еще что-то. Это важно. И тогда, когда происходят какие-то конфликты, я говорю, возвращайтесь назад, послушайте, что было там внутри, глубоко, дальше, в прошлом, оно ведь рядом. Ну вот, Марина, отгремел вальс Мендельсона, а вместе с ним улетучилось то самое ощущение счастья, то чувство, когда кажется, как будто ты крылатый стоишь на пороге новой жизни. Вот скажите, что является главным разрушителем семейного счастья? Когда люди не слышат друг друга. В каждом оскорбительном слове или крике человека есть подтекст, что человек хочет сказать. Может быть, он кричит от бессилия, что он не может достучаться до кого-то. Если вы хотите что-то сказать своему партнеру, скажите ему. Только сначала сформулируйте то, что вы хотите сказать, кратко и лаконично. Я хочу тебе сказать, смотрите ему при этом в глаза, а ты меня послушай и не перебивай. Добейтесь от него согласия, что он не будет вас перебивать. Ты сможешь мне ответить на этот вопрос через час, через день, а может быть через неделю, а может и через месяц. Я подожду. Но, пожалуйста, не перебивай. В этот момент можете даже дотронуться до партнера. Как бы его заикарить. И излагайте то, что вы хотите сказать. Научитесь в своей семье высказывать то, что вы хотите высказать таким способом, он действительно работает. Я сама проверяла. Марин, мы с вами уже затронули тему конфликтов. Конфликты случаются в любой семье. И очень часто происходит так, что за их решение берется всегда одна и та же сторона. Другая в это время занимает выжидательную позицию. Вот чем чревата такая практика? В семье должен существовать баланс. Баланс брать и давать. Человек – это единственное существо, которое способно развиваться. Когда мы развиваемся, мы растем, растет наш интеллект, наша духовность, и отношения тоже растут.
Но когда один человек не растет, а другой растет, тогда нарушается баланс. Это чревато разрывом. Посмотрите, это разрыв, правда? Часто конфликты в семье приходятся на кризис, возрастной кризис человека. Тогда, когда он проходит определенный духовный этап, когда он должен понять, что он, кто он, зачем он сюда пришел, чего он достиг. И тогда, когда люди не достигают чего-то в определенный момент, ну, например, возьмем там 27-33, да, это самоопределение. Ведь чаще всего разводы приводятся как бы по практике именно в этот период, до 33. Если у него самоопределения нет, не выучился, нет работы, не может содержать свою семью, не может нести за нее ответственность. Безусловно, как может женщина на это прореагировать? Конечно, сложно. Ей хочется защиты, ей хочется спины, ей хочется быть за мужем. Нередко приходится слышать фразу, когда я выходила замуж или когда я женился, это был совершенно иной человек. Вот почему происходит так, что в семейной системе люди меняются, и очень часто меняются не в лучшую сторону? Человек вообще совершенен тогда, когда его потребности удовлетворены. Тогда он развивается, растет. Он уверен в себе, он любим, он значим сам для себя, он самодостаточен. Но случается так, что, прожив какое-то определенное время, включаются некие наши внутренние части, детские части, которые, у которых не были удовлетворены некие потребности в любви. Там, оставляли в детском саду на ночь, когда разлука в раннем возрасте была у человека, симбиотическим особенно до 3 лет. Когда ребенок переживал какие-то великие травмы, когда он видел, что в семье есть что-то тяжелое. Я часто слышу от людей, что да, он уже все забыл, ребенок. Он уже все забыл. Я хочу сказать совершенно уверенно, нет, ничего ребенок не забыл. Записалось все. Ничего никуда не уходит. Жил, все было нормально. И вдруг раз что-то случилось, как переклинило. Люди даже не находят порой ответа, что случилось. Здесь очень много ответов на эти вопросы, очень много. Но первое – это вот наши внутренние дети. Часто нас разрушает обида, зависть, жалость, злость, агрессия. Мы это можем относить к детским чувствам. И вот когда в партнерских отношениях имеет место быть вот это, я вот просто взяла и обиделась на него, или вот я взяла и сделала такую глупость, ушла вот там на вечеринке к маме, а ему не сказала. Пусть знает, как ему. Это детские поступки. Взрослая женщина, взрослый мужчина, они, если им ценна их и семья, они будут на это смотреть, ну, как-то нужно это разрулить, найти какой-то компромисс, посмотреть на это, может быть, с другой совсем стороны. Вот смотрел слева, смотри справа, я так образно выражаюсь. У нас все время часто обвиняют мужчин в том, что они вот как-то себя не так ведут. Ну, я как бы хочу оправдать. Наша история как бы кишит войнами, убийствами, когда у нас фактически вырезали рот, да, мужчин. Прерванное движение любви, разрыв с родителем, травма. Вот смотрите. Если мы обратим внимание сюда, отец и мать, и у них есть сын. Здесь есть дед. Деда убили, допустим, да? Ребенок вот этот остался маленьким. Вот мальчик, вот отец его, он остался маленьким. Он не получил энергии от отца, помощь. Он видит, что его матери тяжело. Тогда он как бы становится на место отца. Я должен быть взрослым, я должен помогать своей матери. И тогда в душе он становится лоялен своей матери. Ему очень трудно тогда будет в отношениях с женщиной. Очень много я имела, так сказать, такого опыта в работе, когда действительно женщины приходят и говорят, они парами прям приходят. Вот он приезжает с командировки, и первым делом он хватает трубку и говорит: «Мам, ты как?»
Он не спросит, как я, вот прям это реальный случай, как я, там, как наш сын или так далее, там, я сейчас даже не помню, дочь или сын там был, неважно, сама суть. Он первым делом бежит к маме. А когда как бы историю покопали, слушай, подожди, ну что ты на него обижаешься? Давай посмотрим, что у твоего мужа не хватает, что ему нужно, он спасает свою маму. Марин, ну вот мы с вами плавно подобрались к нашему главному вопросу. Скажите, как стать счастливым в своей семье и как свою семью сделать счастливой? Ну, наверное, самое главное – принимать себя в этом мире. Потому что семья – это тоже мир. Что такое принимать себя? Да быть таким, какой ты есть, настоящим. Нужно больше, наверное, уделять внимание друг другу, партнерам. Чтобы было больше личного времени друг для друга. Дарите подарки друг другу. Какой-нибудь едешь домой к жене, купи какой-нибудь маленький цветочек. Или там соль для ванны, неважно что. Будьте внимательны друг другу. Мне очень бывает жаль, когда люди разводятся и страдают от этого дети. И страдают, я вам хочу сказать, очень серьезно. Травмы всю жизнь работают. Вот приходит 65 лет, родители развелись, и она плачет, как ребенок. Травма работает. Это очень серьезно. Поэтому прежде чем, наверное, разводиться, отмерьте 7 раз. Пока вы не разрешите свои истинные проблемы, связанные с своими детскими частями, с прошлым, с тем, что вы несете, пока вы не освободитесь, не освободите свое внутреннее содержание для чистого отношения друг к другу, вы не расстанетесь, даже если разведетесь. Поэтому часто я наблюдаю, люди разводятся, но они не строят отношения ни с кем. Они остаются неженатыми. А по идее, ну, расстались, все, любили, до свидания. Я не жаль, что мы расстались, и я отпускаю тебя с любовью и любя. И желаю тебе быть счастливой, и я уважаю тебя как мать нашего ребенка. И то же самое должна сказать женщина своему мужчине. Я тоже отпускаю. Мне жаль, что мы расстались, и я тоже отпускаю тебя с любовью и любя. И я уважаю тебя как отца нашего ребенка. И вот в этом случае ребенок остается свободен от проблем родителей. Марина, спасибо вам огромное за интересную беседу. Я думаю, семьи прислушаются к вашим рекомендациям. И те пары, которые только еще ищут гармонии, обязательно ее найдут. А те, кто уже обрел счастье, его упрочат. До свидания. Итак, подведем итоги программы. Невозможно воспитать счастливого ребенка, живущего в ладу с собой и окружающими, если его мама и папа не находят общего языка. Помните, психологические травмы, полученные в детстве, работают всю жизнь. Выбирая партнера для брака, обратите внимание на его семью. Будьте готовы к тому, что ваша половина может начать жить по образу и подобию своих родителей. Стройте свою семейную систему. Если дело коснулось выяснения отношений, делайте это дипломатично. Уделяйте больше времени друг другу, хвалите своего партнера и помните, вы и никто иной – кузнец своего собственного семейного счастья. Тема нашей следующей передачи – «Как воспитать из мальчика настоящего мужчину? Как вырастить парня сильным, смелым и умным?» Смотрите нашу программу по телевизору и через интернет. Наш сайт orinform.ru. Желаете предложить свою тему? Тогда звоните по телефону 388-250. Ждем. Удачи!